Я хочу сказать, что, естественно, наши народы взаимосвязаны историческими, кровными узами. И меня восхищает свободный дух чеченского народа, талантливость чеченцев. Мы никогда не забудем, что в самые важные моменты нашей истории чеченцы проявляли солидарность по отношению к грузинскому народу. Не забудем и то, что первый президент Грузии был в Чечне и был принят чеченским народом. Естественно, у Кавказа есть свои великие герои. Байсангур, Джохар Дудаев, много чеченских бойцов, которые сражались за свободу, за счастье собственного народа и всего Кавказа. Конечно, это позор, что сегодня Чечней управляют просто бандиты и убийцы. Но это временная ситуация. Чеченский народ вернет себе свободу и будет очень успешным. Мы будем всегда дружить и всегда все свободолюбивые, настоящие патриотические грузины будут любить и уважать чеченцев.